Правящий архиерей Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил чин великого освящения Владимирского храма в подмосковных Мытищах. Подробнее события в сюжете Галины Ледвиной. Храм Владимирской иконы Божьей Матери стоит у самого Троицкого тракта, нынешнего Ярославского шоссе. Это одна из самых красивых православных церквей, и вот уже 3 века символ подмосковного города Мытищи. День освящения храма после многих лет восстановления – событие для прихожан долгожданное. Великий чин митрополит Ювеналий совершал в сослужении епископа Зарайского Константина и духовенства Московской епархии. Упоминание о Владимирском храме относится к 1713 году. В советское время его не раз пытались закрыть, но на защиту вставали прихожане. В 1935 году храм подвергли осквернению. Был снят самый большой колокол, снесена часовня. Часть сооружения отдали под склад. Позже здание церкви было передано обновленцам. Колокольню частично снесли уже во время войны. Позже основательно перестроили и сам храм. Только в 1991 году то, что осталось, вернули церкви. Тогда же начались работы по восстановлению Владимирского храма. Много лет потребовалось, чтобы из руин он восстал в прежнем благолепии. После чина освящения и окончания божественной литургии настоятель прихода, приветствуя владыку митрополита, отметил его роль в возрождении святыни. Ваша вера, ваша воля. Обращаясь к участникам торжеств, владыка Ювеналий отметил, что это первый храм, в котором он служит после большого перерыва из-за пандемии коронавируса. И особенно радостно, что произошло это во Владимирском храме. Владыка митрополит в этот день вручил высокие награды особо потрудившимся в деле восстановления храма Владимирской иконы Божьей Матери.